Замечательно. Приветствую вас. Вот мы сейчас вам с Родиком поговорим про Джулиани, точнее про его фильм. Но Бог свидетель. Такое чувство, что вы как дети, мам. Ну, сделал там Джулиани фильм. Причем, как вы понимаете, сугубо, чтобы защитить Трампа. Тут сразу, вот, теперь эпохальное событие. Сказали правду. Ну, прекращайте. То, что Джулиани там в этом фильме сказал, ну, не знаю, я лет вам, ну, не знаю, 10 рассказываю. Другие эксперты лет 20. Он глаза вам открыл. Вы что, издеваетесь? Ну что он такого сказал? Нового. Ни черта. Причем видно, что человек дилетант, величайший, чушь, куча сплетен, перенакручивал, переразвил. Ну давайте разберемся. Давайте? Давайте. С чего начнем? Ну, начнем с терминологии. Джули, лично для тебя. Да я понимаю, что ты не специалист. Это дело житейское. Смотрите. В Украине, когда говорят «моют деньги», у нас что значит «моют»? У нас не платят налоги, делают кэш, вынимают с безнала наличные, ну и, соответственно, частично идет на выплату зарплаты, а частично съел карман. Это в Украине. В США все наоборот. Ну все наоборот. У них кэш делают безналом. Понимаете как? Ну, что, ну кэш по-разному достается. Да, в некоторых случаях это торговля оружием, торговля наркоты. Да, да. И потом, чтобы это все легализовать, надо из налички сделать безнал. Понимаете, какая ситуация? Это вы можете у нас счет открыли в банке, ну и наличку заносите. Там так не сработает. Не, вы принесете, говорите, а где взял? Объясни. Понимаете? По этой причине это Джулиани бестолочь. Чушь! Он даже не знает, как моют деньги в Украине. Миллиарды. Ну, стыдно. Господи. Извините, что крикнул. Потому что, ну, когда я вижу чудика, ну, что здесь делать? Ну, говорить серьезно, а теперь я говорю спокойно, серьезно идти. Давайте смотрите. С терминологией разобрались. То есть, Джулиани не бельместно соображает, что значит мыть деньги. Помыть деньги через Украину бессмысленно. У нас наоборот, понимаете? Вот, ну, то, что надо в Америке, моют деньги для этого используются. Голландия, Швейцария, Австрия. Что, называть дальше? А, так глазки открываются в Джулиани. Джулиани, так перестань дурью. Ты же происходно знаешь, как моют деньги, но только не через Украину. По поводу миллиарды, которые... Да, Родичка. Рассказывай, смотрите. Украсть деньги из кредитного международного валютного фонда невозможно. Просто они в Украину не заходят. Вот когда дают кредит, деньги как было МВФ, МВФ остается. Просто при учете, расчете золотовалютных резервов учитывают эти деньги. Поняли? Поняли? То есть украсть, их действительно украсть нельзя, ребят. Ну, никак. Но Мировой банк дает кредит. Европейский банк реконструкции и развития. Европейский экономический. Да, вот эти дают. Это кредит. И там, ну, в принципе, можно украсть. Но вот это не ясно. Смотрите. На сегодняшний момент, если взять все открытые лимиты, которые открыли, вот, ну, я говорю, ЕБРР, ЕБИ, там, Мировой банк и так дальше, на Украину, там больше 30 миллиардов долларов. То есть, теоретически, украинский бизнес может набрать кредитов больше, чем на 30 миллиардов долларов. Но условия бессмысленные. Ну, лучше вы правильно поняли. Смотрите. Да, вы бизнесмен, и взять кредит, ну, пускай даже Мирового, или... Экспортный и импортный банк США. Там есть такой тоже. Процентная ставка ниже плинтуса. Но денег вам не дают. То есть вы берете, но денег не дают. Деньги в Америке. А вот за эти деньги покупают для вас оборудование или если надо какие-то работы, услуги выполнять. Но только американская компания. Причем в чем курьез? Вот вы нашли хорошее оборудование. Говорите, ну давайте купим. Говорит, нет, стоп. Вот вы покупаете вот этого оборудования. Оно дороже, хуже. Вы покупаете в этом. Причем условие какое? 50% кредит, а 50% ваши деньги. А ремонт за ваши деньги, обслуживание за ваши деньги. Очень часто ведь что происходит? Да, многие так по незнанию сразу, давай. Потом, когда посмотрят, ребята, так это же не кредит. Это убожество. Понимаете, нельзя сказать, что это коррупция. Нельзя. Но уж очень такая смешная, когда банк заведомо навязывает невыгодные условия. Очень часто сотрудники банка или напрямую, или посредственно связаны с этими компаниями. Или их родственники работают, или они, когда уходят из банка, идут то работать. Поняли? И Джулиани это все знает. Но он думает, это работало и до Украины, и после. И оно в Украине как раз не работает.
И когда народ, если с ним общались, ему жаловались на эти миллиарды, что миллиарды есть, их освоить нельзя. Ему жаловались, что поменяйте хоть немного условия, дайте нам хоть немного, потому что это грабить. То есть это невыгодно условие. Получилось 30 миллиардов лимит, а освоили около 3 миллиардов. Ну нет желающих, потому что люди смотрят, да, это неинтересно. Поняли, что за миллиард? Юмористы. Так, рассказываю дальше. Наверное, слышали такое слово. Макроэкономическая помощь. Слышали. Да, не спорю. И США дает, и Евросоюз, но мало. Мало сразу, чтобы вы правильно поняли. Ну, в общей сложности США меньше миллиарда дал, Евросоюз 1,2 млрд на евро. Но чтобы вы правильно поняли, что это такое. Вот здесь чисто коррупция. Украине дают кредит. Да, длинный, дешевый, спорить не буду. Но сразу оговорка. 75% этого кредита можно тратить только на оплату услуг заведомо или европейской компании, или американской. Чистейшая коррупция. Потому что значит оплата услуг? Вот, к примеру, дали макрофинансовую помощь для реформирования налогов. Что это означает? Это означает, что надо нанять экспертов, которые будут рассказывать, какие надо принять налоговые законы и так дальше. Нанимая, соответственно, включается договор с этой компанией. Платит сумасшедшие деньги. Эта компания, чаще всего американская, европейская, делает что? Ну, пародию. Я просто по молодости лет вначале не совсем понимал, как. Приезжаешь, к примеру, вот, в Нью-Йорк, консалтинговая компания. В шикарный офис. Там люди. Причем, такая, ну... А когда читаешь отчет, ну... Уровень, знаете, так, первокурсника. Серьезно. Думаешь, как? Ну как этой компании платят за то, что она разрабатывает это самое, там сотни тысяч, а то миллионы долларов. Все просто. Потому что случайно в этой компании работают или бывшие министры, или родственники министров. Вот это коррупция. То есть, понимаете, Джулиани пытался что-то сфантазировать, то, что давно в США есть, работает. И работает не только в Украине, по всем сторонам мира. Вот они дают макрофинансовую помощь, тут же навязывают свои компании. Да, спорить не буду. Там все по безналу, налоги платят, выезд есть, но фактически он разворовывает деньги. Да, американские налогоплательщики. Потому что, получается, сначала деньги зашли в Украину, большая часть ушла в Америку, не спорю, и разворована по американским компаниям. Вот такая система. По этой причине, когда он рассказывал, вот видите, Родик даже фост показал. Поэтому, когда я рассказываю, какая-то Украина, какая-то коррупция, это такая коррупция. Что касается антикоррупционных, вот эти все НАБУ, ЗАБУ. Но ради спортивного интереса, наберите в гугле мою фамилию и вот когда НАБУ создавали. Я тогда говорил, ребята, они будут брать. Тут такие глаза, они взятки берут. Да, ребята, ну, самое интересное, Жуляни сказал про взятки, но не мог объяснить, какая сумма откатов. А я знаю, какая. Как беру. Я тоже знаю, а он не знает. Причем он расследование провел. Что ты за расследование провел? Какая сумма отката? Просто 10%. Но можно оторваться за 5 за 7. Здесь платить не надо, ребята, сразу не надо. Они тоже трусливые. Через кого решают? Ну, скажем так, очень много левых решал, очень много решал. Смотрите, чаще всего они решают через адвокатов, которые как бы вот эти антикоррупционными делами раньше занимались и сейчас занимались. Но непосредственно, так как у них там под колпаком, да, непосредственно там очень надо четкий контакт. То есть они на прямой контакт не идут, спорить не будут. А вот через адвокатов, почему сейчас взятки выросли? Потому что многие говорят, как, понимаешь? Вот я раньше 50% отказывал, сейчас беру 70%. Почему? Потому что 10% надо отдать, там еще 10-15%, там уже другие погоны бегают. Вот такая ситуация. По этой причине то, что... Вот не работает. Я с самого начала говорю, все эти структуры, которые борются с коррупцией, будут брать взятки. Открытие сделать. Так в Америке то же самое. Там все структуры, которые борются с коррупцией, тоже берут взятки. И тоже используются адвокаты, используются консалтинговые компании. Там такая схема обалдеть. Все берут. Все. То есть борьба с коррупцией. То есть кто охраняет, тот берут. Так что по этой причине, что он такое сказал? Ну и под конец про Бориса. Давайте так, ну то, что вы знали, я официально. Да, действительно, в Украине есть, ну, по украинским меркам это средняя компания, которая добывает там нефть, газ. По мировым меркам, ну, в Украине маловато.
Как собственник сделал эту компанию, как он получил лицензию на добычу, я рассказывать не буду. И давайте так, это его бизнес, это не ваш бизнес. Договорились? Молодцы. После Майдана на него начались наезды. С целью отобрать. Ничего личного, просто хотели отобрать его бизнес. И он, чтобы обезопасить, сделал такой стандартный трюк. Он взял сына Байдена, ну и, соответственно, советника. Да, он платил хорошую зарплату. По безналу. Он за эту зарплату платил все налоги. Не верится. Да. То, что этот сын его был такой советник, который не появлялся в офисе. Ну, советник может советовать на расстоянии. Нет, это не запрещено. Понимаете, тут на сегодняшний день придраться не к чему. Ну, намертво. Ну, он взял человека, который работал, которому платил деньги. Зарплату платил налоги. Что дальше? Ну, понятно, что вы скажете, душку. Да, душок попахивает. Никто не спорит. А теперь дальше. Шокин, Байден. Ребята, ну один наврал, другие соврал. Смотрите. Ну давайте, включайте логику. Кому мешал Шокин? Байден? Нет, конечно. Порошенко. Ну вы сами происходно понимаете. Порошенко хотел поменять генерального прокурора, поставить Луца. Вы же помните, как законодательство меняли? Он хотел поставить своего генерального прокурора. Луценко. Потому что Шокин был не его генеральный прокурор. По этой причине разыграли всю эту комедию. Придумали Байдена, придумали Бористу, придумали все это. Типа, вот, это он. Да, конечно, Луценко стал меня прокурором. Но самая интересная ситуация, что вообще по большому счету, как бы наезды на эту компанию были и про Шокина, и даже про Луценко. Интересная ситуация, да? Но сейчас, а сейчас наезда, между прочим, нет. Хотя другая не прокурор. То есть там, понимаете, какая ситуация? Я понимаю, что здесь очень многие политики хотят вытянуть какую-то... То есть, понимаете как? Они хотят придумать что-то невероятное, хотя в самых рыльцах пушку. Поймите, еще раз повторю, в США коррупция зашкаливает. Разница в том, что у нас коррупция называется коррупцией. Это называется убийство. Слово сказать, в России коррупция еще больше. Разница в том, что у нас про коррупцию можно говорить, а в России про коррупцию нельзя говорить. Вот такая ситуация.